Вот музыкантов куда ни целуй, у них везде жопа. Ну сколько можно упрашивать? Серег, ну что ты, ё-моё? А звукачей можно вообще даже не пробовать. Не, ну сыграй, ё-моё, ну правда. А если я патрулю на тебя? Другой месяц. Давай, я бы не стоит, ты сыграй. А тебя строить будет? Он сыграет ее. Он ее сыграет. Вот эту, в смысле, вещь сыграешь? Идет! Он в Чехию идет, судя по банке чешского пива производства Черниговского. Староправильно, да, Черниговского? Я помню, когда Ливерпуль открывался, я зашел и спросил у бармена на открытие, а есть нашего пива? Ну, украинское. Он говорит, не-не-не, у нас все фирменное. Я говорю, это какое фирменное? Ну, Кальтенберг, Старопраменное. Ага. Я говорю, Кальтенберг это Сармат, Старопрамен это Чернигов. И что-то еще было Роганевское, Запорожье. Я говорю, да-да. Я говорю, можно, да, что-нибудь такого нашего производить? Ну да, 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 вы давайте. Да! Серега, давай чижа. Подойди, давай, короче. Вот иногда я не знаю просто, что с этими музыкантами делается. Вот девушка, смотри. Не, это хороший хлеб, музыкант. Хлеб отчепнула. Давайте поддержим его! Вау! Паша! 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 Ну что, играй! Паша! Не слушай его, живой, что играй! Убери у меня хоп, пожалуйста. Ну-ну, вы хлеб берите, глазите денежки и не берите. Покладывать, как я вас не надо. Ну, полковник Васин давай. Нет, да давай, давай хорошо. Эту самую, давай, любые. А Серега мой. Начали какой? С любые, давайте, любые. А, ребята, можно не любые? Можно не любые. Нужно? Да! Давай, Люба. Давай! Народ сказал да, все. Играй давай. Только не это, позови меня тихо по имени. Не-не-не, которую начинали. Сама волочь. Да? Нет, которую сейчас играли, все толпа ее вызвала. Давай. Да? Да! 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 Какой солдат? Солдат, давай! Если он не надоел, можно я заберу у него? Солдат! Да не знаю уже! Солдат!